Всем привет! Сегодня 9 марта 2023 года. Все собаки в сборе. Чича гуляет и Герды греются на солнышке. С утра было сыро, пасмурно, но сейчас распогодилось, солнце вылезло, он светит как. Хотя на севере такие тучи прямо, тучи тучные, то ли дождевые, то ли снежные, вон оно там все мрачное. Ну, чуть тепло чувствуется, прямо солнце греет по-летнему. Сейчас вот даже на градуснике сколько, 12 градусов. Но это только сейчас еще 12 часов. Часам к 3 обещали 15. А так все у нас тихо, праздники прошли. Вороны каркают, машины ездят, свет, вода есть, все есть. Так что сейчас пойдем на обед. Вчера столовая, кстати, была выходная. Объявили, что во время войны все будут работать по праздникам. Но накануне никто ничего не объявлял. Я ничего не слышал такого. И объявления вроде не видел, но, может, не прочитал. Хотя почта вот работает, школа работает. Ну как же работает, все онлайн, но просто учителя все работает. Почтовое отделение работали вчера, поэтому думал, что и столовая будет, но не работала. Сегодня пойду, должна уже работать. Чичу сейчас погуляем, чтобы она уже спокойно могла отдыхать. Потому что, мало ли, там вдруг задержусь, вдруг что случится, чтобы Чича была у меня погуленная и уже ждала своего обеда. Как-то привыкла она есть раз в день, по утрам не хочет, сколько не предлагаю ей. Она вот выбегает с собак немножко поворовать чуть-чуть у них, что тут у них будет в ассортименте. Ну, не знаю, не нравится ей сегодня. Вот все в ошейничках уже, все от блох и от клещей спасаются. Как раз они вдвоем Гера с Гердой в канарею себя там покубляться, как все обработает. А то я смотрю, Чича начала почесываться, думаю, скоро и я блохами буду скакать. Ну а сейчас все дезинфицированы, все хорошо. Поубирала веточки вчера немножко, повычищала все лишние листочки. В общем, тут уже особо ничего делать не нужно. Ждем уже тепла, чтобы все начало расти. Так что всем хорошего дня, хорошего настроения. Всем пока.